включил. Да. На 21 день у нас появились зубки. Клыки уже выросли. И вот еще, да? И внизу чуть-чуть. И внизу чуть-чуть. Начали уже резаться зубки. Клыки вырезались полностью. Ай. Это у нашей первой девочки Габи. Габриэллы. А ну еще раз покажи зубки. Сейчас. Подержи ее. Давай зубки. Держи ее. Открывай. Нет. О. Ну открой хорошо. Двумя руками. Вот так вот. Габи. А ну, укуси маму. Лянь. Габи, лянь. Вот какой клык уже. Вот какой клык у нас уже есть. Сегодня купили корм Грандорф, бельгийский. От 3 недель щенков можно начинать кормить. В мешке 12 килограмм. Сегодня пробный ужин будет у наших щенков. Мы взяли по 3 гранулы. Вот сейчас размачиваем. Вот, и будем пытаться кормить наших деток. Так, второе зернышко. Она берет сама. Вот, уже сама берет. Молодец. Вот так вот первое кормление. Все. Значит, хороший корм. Давай, мама, третье зернышко. Давай, добудем. Габи, третье. Давай третье зернышко. Первый раз пока дадим по 3 зернышка каждое кормление, потом к маме. Посмотрим на реакцию. Кусает палец, да? Палец облизывает. Значит, хороший корм, видишь? Щенки не отказываются. Все. Нам недаром его порекомендовали. Сказали, что это самый лучший корм, который начинается от 3 недель кормления щенков. Предлагали второй корм Го, называется, да? Го. Вот. Но там он идет и от 3 недель, и для щенков, и для взрослых. Все полностью в комплексе. Разделения для щенков нет, а здесь есть.